Дорогие друзья, буквально час назад произошла трагедия с известным российским актером кино Вадимом Андреевым. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube канал, мы стараемся делать для вас интересные новости и хотим, чтобы вы обо всем знали первыми. Сегодня рано утром в больницу был госпитализирован известный российский актер театра кино Вадим Андреев. Сообщается о том, что он сам себе домой вызвал бригаду скорой помощи, но пока медики приехали, он уже лежал в комнате в бессознательном состоянии. Хорошо, что двери квартиры оказались открытыми. Медики привели в чувство актера и госпитализировали его в больницу. На данный момент уже сообщили родным и близким о данной трагедии. В каком сейчас состоянии находится актер в больнице, мы пока не знаем, друзья. Будем стараться выйти на связь с врачами, чтобы узнать подробности данной трагедии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете нашу работу.